Магазинчики Эгеля. Окей. Значит, идем ее подбираем и в кроватку. Вверх, окей, комната. Кто слышал о Шенинг Резонанс? Я тебе даже больше скажу. Я ее прохожу. И даже был один стрим, где я перевел полностью начало игры. Игра просто офигенная. Реально, прекрасная игра. Я ее пока проходил Зестерию. Остановил, но сейчас закончил Зестерию, продолжу дальше в нее играть. Как бы я ее не стримлю, но так. Ну, начал немножко нервничать, да, Кирито? Прекрасно. Все записи Дракенгарда? Мои, что ли? Ну да, Дракенгард тоже одна из офигенных игр, которые, наверное, недооценили. Я бы посмотрел стримчик по этой игре. По какой игре там? А, Shining Resonance. Иди на YouTube, смотри там начало игры. Что было, если тебе интересно. Как бы полное прохождение не буду делать, потому что там слишком много неозвученных диалогов. И мы как бы переводить я не буду, это слишком тяжело, сложно. И будут смотреть там 2-3 человека, но сам понимаешь. Я не настолько хорошо знаю язык, чтобы переводить хотя бы как с английского. Поэтому я ее прохожу потихоньку сам. Хотя там ничего сложного, если так посмотреть, кроме пару моментов. Поговори с ней о кулинарии. Да-да, обязательно. Ну все, а вот и то, что мы ждали. Кажется, кто-то за дверью. Нет, я думаю, что мне не нужно этого делать. Человек, который находится по ту сторону двери, должен быть... Кто мне звонит? Никто не звонит. Добрый вечер, Кирито. Стрея? Как и ожидалось. Не стой там. Не надо так разговаривать. Хочешь войти внутрь? Хорошо. Блин, ее точки прекрасны. Ну что ж тогда, спокойной ночи. Эй! Почему ты легла на мою кровать сразу после того, как вошла? Кирито,
Потому что я пришла поспать с Кирито. Что? Поспать со мной? Кирито も早く寝た方がいいよ。攻略とかいつも大変でしょ？早く体を休めよ。Будет лучше, если Кирито пойдет спать пораньше. Заниматься штурмом это достаточно утомительно, ведь так? Так что тебе нужно лечь отдохнуть пораньше. Нет, не беспокойся об этом. Что я могу сделать для тебя? Блин, ее точки, конечно, офигенно. Понятно. Я пойду куда-нибудь в другое место. Кирито. Чан-то-шта токоро да ненайто, кяк-ни цукаречау дешо? Коччи-ни ките. Нет, Кирито, если ты не будешь спать в своем собственном месте, то ты будешь еще более усталым. Иди сюда. Понятно. Кирито. Аттакай не. Кирито, ты такой теплый. Что, правда? Атаси. Кирито но соба ни иру то ханшин сурун да. Да. До тех пор, пока я рядом с Кирито, я чувствую себя в своей тарелке. Стрей, алло. Она уже заснула. Наверное, очень устала. Да. Тому, кто действительно нужно отдохнуть, это Стрей. Даже если так, я тоже устал. Я засну так. Да. Окей, первый ивент. Всего их 4 должно быть. По идее. Идем дальше. Шэдоу, почему с тобой никто? Хочешь скажу или нет? Нет. Блин. Клен что-то фейспалмил. Нас только что заметили. Блин. Нужно быстрее ее взять и подойти. Говори. Да ладно, не буду. Это слишком жестко. И это неправда. Может быть. Тебя спалили? Ну да, Кляйн меня спалил ее и фейспалм. Что-то типа, сейчас расскажу все Асуне, ты попадешь. Да-да, рассказывай. Кирито. Сода, да? Всегда. Обязательно. Опять разговор. Сода, да? Сода, да? Сода, да? Сода, да? そうだな。
Содана. Да сколько это будет длиться? Ну, раз он за такое, ну, лучше не знать, что за такое будет. Но никто не узнает по-любому. Ну тогда спокойной ночи, Кирито. Эй, Стрея. Почему ты приходишь в мою комнату, чтобы поспать? Разве в твоей комнате нету кровати, что ли? Это потому что я лучше сплю, когда сплю в кровати Кирито. Вот и все. Спокойной ночи. А, да нет, Максимус, как ты видишь, в этом арте я не раздеваюсь. Ну, в ночную одежду, чтобы поспать. Эй! Не можешь заснуть здесь? Случаем? Не говори мне, что ты не хочешь вернуться в свою комнату. Да нет, не в этом дело. Ну да ладно, не все так плохо, как идет сейчас. Тебе лучше лечь пораньше. Ты волнуешься о чем-то? Или нечто подобное? А, понятно. Да не волнуйся, не волнуйся. Я ничего не сделаю с Кирито. Ничего не сделаешь со мной? Я думаю, что наши... Дженнерт... Ай, блин. Полные роли поменялись местами. Господи, это по-любому странно звучит. Ну, очевидно, что я немного старше все-таки. Что, правда? Да, именно. Ну, тогда я скажу тебе спокойной ночи. Ну, спокойной ночи. Это было странно немного. Кто у тебя следующая в списке затащить в кровать? Ну, нужно с Силикой до конца еще два ивента посмотреть. С Асуной два ивента посмотреть. И с Сион. Ну и вроде бы все. Ну это посмотреть те ивенты, которые сейчас есть. Если будут еще, то потом придется всех по кругу снова. Эх, опять вот это. Содана. Содана. Да, как же это весело. Содана. Содане. Содана. Содана.
Содана. Я бы сам ласты склеил от такого веселья. Но процесс прокачки отношений еще хуже. Спокойной ночи. А, спокойной ночи. А все еще есть место в моей кровати. Да, я знаю. Кирита, давай быстрее в кровать. Что-то она доминирует. Не, Кирито. Эй, Кирито, можешь рассказать мне о твоем сегодняшнем дне? О сегодняшнем тебе, может быть, тогда? Насчет меня? Окей. Да, как то, что типа... Что ты делаешь в Айнкраде? И есть что-нибудь интересное? Что-нибудь интересное? Дай подумать. Пока он думал, я тебе рассказывал. А, нет. Похоже, она заснула. Мы говорили сегодня очень долго. Но она все еще заснула быстро, как обычно. Что-то пить захотелось. Немножко воды нужно. Я чувствую, что меня что-то тянет. Что, Стрея, скажем так, взяла меня за одежду? Она держится так крепко. Кажется, что если я сниму руку, то разбужу ее. Кирито. Тайски даю. Кирито. Люблю тебя. Да уж. Здесь ничем ничего не сделаешь. Она все-таки так спит сегодня. Да. Говорящая Стрея во сне, конечно, прекрасно. Блин, я тут подумал. Не, лучше это не озвучивать. Хотя это в Арно Шугер сделать лучше, там это все более... Фу, Арно Шугер, съела Арно Шугер. Там круче, чем Сао. Так, ну что ж, по идее последний, четвертый и все. Содана. Содана. Блин, когда я думаю, что мне еще качать отношения со всеми остальными тянками, это писец. Почти по 2 часа, а может и больше на каждую тянку. Зависит от того, насколько на какой-нибудь уровень. Ну, Сильки у вас на 4-й, так что, по сути, я до 5-го должен. Содана. Да, максимум, будем. Будем, через... час с чем-то. Содана. Сейчас перерыв на часик, и потом следующий стрим. Хотя я бы лучше пошел, реально отдохнул бы. Содана.
Раз сказал, то надо сделать. А вот завтра... Ладно, поговорим после ивента. В конце концов, я понял, что это было более хлопотно, чем это того стоило. Да уж, что за возмутительный конец. Почему история Кирито была так интересна? Кирито это, как же мне это сказать? Вероятность того, что у Кирито имеется довольно интересный опыт, вероятность очень высока. Ну, я сам не нахожу это интересно. Эй, у тебя есть какие-нибудь еще другие интересные истории? Стрея, не нужно подходить так близко. Я чувствую себя тесно. Ну, помимо этих забавных историй, у тебя есть какая-нибудь душераздирающая история, что после которой тебе будет очень тяжело спать? Да, Грисая. Расскажи ему про то, что произошло в лесу, той анимешке, и тогда вы точно спать не будете. Ну, это не особо хорошо, чтобы ты не смог поспать. Ну, Стрея, не надо подходить так близко. Кирито, аташто кутцуку но доки-доки сыру? Кирито. Мое бьющее сердце тебе... мешает, что ли? Аташи кекко оки йо не? Или нет, или это твое... Блин, мне тяжело это переварить. Прижаться. Ну, как бы, я даже не знаю, как правильно пересказать то, что было. Предыдущая фраза ранее, мне тяжело ее перевести. Я понимаю, но я не могу это сказать. Сачи? Какая Сачи? А, история про Сачи. Привет, Варывало. Мои довольно большие, не так ли? Я не имею в виду это. Да уж, Кирито такой очаровательный, как и ожидалось. Ой. Извращение или мотивация? Просто... спимся в одной кровати. Все. Ничего такого. Что такое? Так. Ну, посмотрим. Будет ли пятый ивент или все-таки это все. Ну, кстати, насчет Сачи. Кому интересно про Сачи, тут будет кое-что про Сачи. Так сказать, маленькая интрижка. Поэтому те, кто хотят Сачи, да, готовьте платки, я думаю. Будет душераздирающе, наверное. Содана. Что за Сачи? Иди анимешку посмотри, потом поймешь. До 14 эпизода. Не больше.
больше посмотришь, когда выйдет следующая игра. Хотя, блин, вот мне интересно. Следующая игра, она будет идти по альтернативному развитию события после аниме или после этой игры? Ну, логично будет, если она пойдет по сюжету игры уже. По своему альтернативному пути. А не по аниме. Вот это реально мне очень интересно. Нужно закончить эту, и тогда узнаем, что там в новое. Когда она выйдет. После. Содана. Так, ну, Максимус, то, что действие разворачивается в Алу, это ничего не значит. После событий игры, может, Алу появился тоже. О. Снова ивент. Да, привет, Фума. Ну, короче, насчет... Я думаю, что, может быть, после вот этой игры, в конце, когда мы ее пройдем, сотый этаж, они все-таки, надеюсь, выберутся из игры. Ну, и тогда появится Алла. Может быть, там уже пойдет вообще другой сюжет, само собой. Потому что уже идет другой. И, так сказать, интересная альтернатива, чтобы не смотреть одно и то же два раза. Завтра будет утомительный день, так что нужно пойти поспать сейчас. О, господи, опять? О. Комбанва, Кирито. Добрый вечер, Кирито. Так, ты в таком месте? Хора, хора, Кирито. Хаяку бетто не хайте ките. Аташи хитори дато самуй на горо. Эй, Кирито, давай быстрее в кровать, а то мне холодно одной. Можешь мне пообещать, что ты больше никогда не будешь этого делать вновь? Да, но держать Кирито очень плотно заставляет меня чувствовать себя легче. Я сплю очень хорошо, и на следующий день буду в хорошем состоянии. Ну, сон имеет значение. И быть в хорошем здравии, это, конечно, очень хорошо, но... Вот именно, так что давай быстрее в кровать. Ах, да я не могу с этим справиться, походу. Кирито, а я пари оттакай на. Нанка, сугу не немутаку натчоу йо. Кирито такой теплый, как и ожидалось. Да, заставляет меня... Нет, вгоняет меня в сон сразу же. Что, теперь ты спишь уже? Хотя я хочу и поговорить с Кирито тоже. Я хочу держать его крепко. Вот так, как сегодня ночью. Я могу? А, сода! Доусенара, атасига немурумаде, комориута демо татте курерто урешии на. А, кстати, почему бы тебе не спеть колыбельную, пока я не засну? Я буду очень счастлива. Господи, да не издевайся надо мной, спини. Кечи. Джа, сенака пон-пон те ште. Акачан ни суру митай ни, ясашку не. Почему ты скулишь?
Ну, или ты можешь погладить меня по спине. И делай это мягко. Как будто ты обращаешься с ребенком. Понятно. Аригато. Джа, Кирито, оясуминасай. Спасибо. Ну тогда спокойной ночи, Кирит. Господи, если бы Асуна увидела, она реально бы порвала их на части. Блин, было бы забавно, если в один из таких моментов она бы зашла. О, господи, это было бы так офигенно. Но не будет такого. Пошлепать. Что пошлепать? Ты что, издеваешься, что ли? Хорошо, спокойной ночи. Да уж. Forever Alone. Такой монстр уже был. Нет, еще погладить. Тут именно... Погладить. Когда? Ну, когда тебе не было. Так, есть еще ивенты или нет? Если есть еще ивенты, то я буду очень рад. Да уж, неограниченное количество, конечно, не будет, но все же. Опять разговор. Содана. Содана. Поката. Ой, господи. Содана. そうだな。 そうだね。 Как же увлекательно. そうだな。 Так, походу это было. Да, это уже было. Понятно. Ну тогда все. На сегодня хватит.